Доброго здоровья, уважаемые любители силовых видов спорта, а также идущих по пути самосовершенствования, раскрытия своих способностей, людей, желающих научиться взаимодействовать с окружающим пространством с помощью ума, а не рук. Я встаю только в начале этого пути. И что хочу сказать, вот я получил инструмент для работы с энергетикой пространством, гравитационную гимнастику. Занимаюсь постоянно, потому что тренинг хорош постоянством. Кое-что начало получаться, и как это бывает, потом только бац, как в фильме «Большая перемена», и вторая смена. А ты настроился, так сказать, думаешь, прешь вперед. После предыдущей тренировки, это была у нас как раз 13 января, так у меня все подтянулось здорово, все мои показатели. Рост веса говорит о том, что ты все можешь работать с большей и большей энергетикой. То есть здесь не добавляется сила, здесь добавляется умение работать с энергетикой окружающего пространства. Работа умственная. Вроде бы ты упираешься, но работаешь умом. И вот такие хорошие были показатели 13-го. Думал, сейчас я еще прибавлю. Как раз 18-го, вот я так заметил, у меня через 5 дней идет восстановление. И я могу показывать прогресс. Выпал снег, взял лопатку. Примерно полчасика покидал этот снег. И чувствую, спина затекает в районе поясницы. А потом бах, стало колом, вот так вот, и заклин. Да ё-моё! То есть человек, который поднимал 650 штанга на поясе, 400 тяга на два раза, ну в смысле дотяг, штанга на плечах 350, от какой-то лопатки получил заклин в спине. Можно сказать чудеса, но на самом деле никаких чудес нет. Вот этот, скорее всего, наклон, при котором работаешь с лопатой, включаются какие-то мышцы статические там где-то у нас держат, которые особо не получают нагрузку. И для них этого оказывается достаточно для того, чтобы произошел заклин. Ну вот и сегодняшняя тренировка. Я думал, что тут более-менее так расходился. Ну, думаю, немножко там позанимаюсь, да, я вся недолго. Думал вечером позаниматься. А потом, да ладно, мне в свое время, когда я начал заниматься гравитационной гимнастикой, очень здорово помогли вот эти первые три упражнения, а именно дожим ногами штанги и штанга на поясе. То есть как раз они там выправляют все это, там поясницу ставят на место. Хотя я понял, и тяга с штангой на плечах, они там тоже свою интересную работу по постановке спины и укреплению делают. И еще как. Возможно, даже еще лучше, чем эти первые два упражнения. Но тем не менее, решил, значит, позаниматься. Думаю, поставить поясницу там на место, более-менее. И дожим ногами 500 кг на два раза. Лучший результат у меня 580. Но что-то с дожимом не получается. Дожим лежа здесь. По крайней мере, я не откатился, вот я давлю, чувствуется, как бы небольшой прогресс есть. Поработал с весом 180 килограмм, не стал на больше ходить. Лучший результат 220 в этом дожиме. Хотя лежа, когда я так сказать был при теле, молодой, красивый, 180 я лежа выжал. Это так, к слову. Ну и, наконец-таки, штанга на поясе. Ну, я уже начинаю с 500 килограмм, иду через 50 килограммчиков, 500 нормальненько, 550, так, да, тоже, 600 на 2, угу. Ну ничего, чувствую, какой-то запасец есть, 650, сейчас как раз будем разбирать, смотреть полеты, разбор полетов будет у нас, 650 есть, ставлю 700, вот, знаете, вот, когда человек там, ну еще особо и не готов, но уже там поднимает, допустим, те же 650, и уже так умом загадывает, вот бы 700.
Вот и мне так хотелось, хотя еще 50 килограмм, но тем не менее захотелось вот поставить 700 кг. Устанавливаю, такая, опачки, опачки, на два раза, на два раза. Заминку делаю, ставлю 600 килограмм и, по-моему, на 8 разков, такая, чик, 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 чик. Остальные два упражнения делать не стал, настал обед, пошел обедать. Вот такие-то дела. Каждый рост веса в организме ведет перестройку костной ткани, сухожильной ткани, мышечной ткани. Ну, естественно, ума, возможность вот сконцентрироваться, как-то вот сработать с энергетикой, это тоже очень интересная и самая главная вообще вещь. Но вот после того, как ты поподымал веса, которые раньше не поднимал, вот тело начинает перестраиваться, будто тебя, знаете, разобрали по частям где-то, и начинает опять по новой перестраивать, чтобы ты мог все это дело поднимать. То есть идет приспособление, вот такое вот оно. Вот что я вам хотел сегодня рассказать. А сейчас работаю над видео и заливаю его. Смотрите, да и мне им самому интересно, как я там справлялся с штангой на поясе с 700 килограммами. На два раза. Так. То есть есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. То есть еще можно прибавить. И уже я задумываюсь не о 720, не о 730, а уже о 800. Ну, будем работать, будем работать. Идем по целине, сами, я один, никого нету. Сам себе учитель, сам себе ученик. Анализируем ошибки, анализируем успехи. Идем по целине. И как говорил Самодумов Анатолий Иванович, я рискнул, у меня получилось. Я же пока рискую. Что-то такое мельчайшее начинает получаться. Thank you.
на этом приплыли. Thank you.
На два. Есть.